Всем здравствуйте! Сегодня я хочу с вами поговорить о хосте. Хоста – это такое теневое растение, которое, ну, некоторые сорта боятся солнца, некоторые не боятся солнца. Сегодня тема, как поделить хосту. Вот у меня хоста зимовала в горшке, я ее прямо в горшке вкапывала. И сейчас вот она у меня взошла, мне ее надо поделить. Вот, сейчас будем ее доставать из горшка. Так. Все, мы ее достали. Что мы теперь делаем? Мы немножко обтрясаем землю и смотрим, как мы ее можем поделить, насколько частей, насколько она у нас может поделиться. Я беру вот такой нож, у меня есть, пилкой, и аккуратненько, чтобы не повредить, просто отпиливаю. Вот такая вот получается у меня хоста. Я ее посажу в горшочки. Вот тут еще почечки просыпаются, всходят. И вот так у нас и продолжается хосточка. Потому что она очень плотная стала. И нужно поделить. А когда всходит хоста? Вот сегодня у нас, на сегодняшний день, 17 мая. Если вы приобретаете раньше хосту, вот у нас в Хакасии хоста всходит полностью, она распускается к концу мая. Вот это маленькие листочки, я уже вижу, как их нужно поделить, и все. У нас хоста распускается к концу мая. Все, что вами куплено ранее, именно в Хакасии, это все выгонка. Спрашивается, почему не зимует хоста? Потому что куплена она вами из теплицы. Ребят, никуда не торопитесь. Хосты всходят. Вот сейчас стоит 30-градусная жара. Хосты всходят только при нагревании земли плюс 10 и выше градусов. Меньше она не всходит. Зимуют хосты только те, которые самостоятельно вышли из земли. Если это выгонка, то, скорее всего, она у вас вымерзнет. Так. Вот. Делим красавец. Стоит или нет. Вообще хоста очень, в принципе, неприхотливое растение. Если ее правильно все сделать, правильно посадить, она вам будет служить очень долгое время. Вот из такого горшка 10-литрового, вот у меня получилось уже 5 кустиков, практически полноценных кустиков. Сейчас я их посажу. По поводу посадки, что я делаю? У меня есть вот такая ванна, я в ней замешиваю грунт. Грунт у меня садовая земля из огорода, там огородная земля, плюс перегной и плюс торф. Все, больше ничего здесь нет. Сейчас я это все перемешаю, и все будет прекрасно, все посажу, и она у меня пока пересажу по горшкам. Вот. Поэтому не бойтесь делить хосту, садите ее, и будет вам счастье. Ну вот, я пересадила хосту. Получилось у меня 5 трехлитровых горшочков. Вот таких вот. Сейчас я ее полью и уберу в тенечек.
чтобы она у меня спокойно приживалась. А с вами я на сегодня прощаюсь. Желаю вам удачных покупок для ваших прекрасных садов. Всего доброго!